тренер, почему такие разные игры в Паланге и в Мариамполе? Слушайте, мне сложно сейчас о Паланге, да, потому что, ну, это уже прошедшая игра, да? Вот, но это поражение в Паланге, оно очень обидно, да, и очень правильно, очень важно, как ты на это поражение среагируешь, да? Команда среагировала правильно, вот, и сделали выводы, поэтому, в общем, сегодня такая целостность была в игре. Красная карточка Осипова, надо ему было фалить или нет? Но это игровой эпизод, и он действовал именно, он не собирался там специально сбивать, да, но тем не менее, то есть это фол так фол, вот, и карточка. Согласны вы, что оборона работает лучше, чем нападение? Почему? Но как, нет, знаете, работают все, да, и оборона, и атака, да, и... Потому что, ну, я бы не стал разделять так. Потому что мы начали играть на ноль, да, потому что у нас восстанавливаются футболисты, и нет такой ротации. Да, когда она происходит, то тогда это сложно. В плане атакующих действий, но тоже мы по забитым мячам после Судова. Да, вот, поэтому сегодня не получилось у нас забить. Да. Потому что игра была хорошая, с лидером, и игра была в центре поля.